Соблюдать меры предосторожности жителей Дагестана просят представители духовенства. К ним обратился муфтий Дагестана шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев. Он отметил, ситуация накаляется. Для приема больных коронавирусом пришлось уже перепрофилировать и третью городскую больницу. Также переполнены и другие республиканские больницы. И я, и многие другие из вас знаем не по слухам, насколько коварна эта болезнь. Поэтому я убедительно прошу всех без крайней необходимой причины из дома не выходить. Примите все меры предосторожности, которые нам рекомендуют Роспотребнадзор и врачи. Они это делают не из-за того, что им делать нечего, а для того, чтобы сберечь наше здоровье и жизнь. Будьте помощниками в этом. Не распространяйте непроверенную информацию. Благодарю за понимание, да поможет нам Всевышний справиться с этой ситуацией. Председатель Совета иудейских общин Дагестана Валерий Дебияев в своем обращении добавил, основная причина распространения болезни в том, что люди игнорируют предписания Роспотребнадзора, продолжая посещать места массового скопления людей. Уважаемые дагестанцы, неважно, какое мы вероисповедание, я бы обращаюсь ко всем и прошу, чтобы все пошли на вакцинацию, провели ее. Почему? Потому что это очень необходимая жизненная процедура. Будьте благоразумны, соблюдайте распоряжение Роспотребнадзора, слушайтесь врачей. К жителям республики с призывом не игнорировать рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора обратился и архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. На каждом из нас лежит большая ответственность не только за свое здоровье и жизнь, но и за жизни тех, кто нас окружает. Призываем вас воздержаться от посещения мероприятий и мест массового скопления людей. В столь сложные времена мы должны научиться доверять друг другу, доверять медицинскому персоналу и компетентным работникам, которые делают все для защиты наших граждан. Да помилует всех нас милосердный Господь.